Ребят, здорово. Я блогер местный, хотел у вас интервью взять. Вы пришли по приглашению, да, сюда получается? Ага. А по какой причине из России уехали? Бежим от войны. Бежите от войны? Беглецы? Ну как беглецы? Это не наша война, она заставляет. Ага. То есть вы не хотите украинцев убивать, да? Нет. Ага. Крым чей, скажите? Мы за то, чтобы никаких не было. Не, ну Крым чей, елки? Скажите просто. Российский? Крым-крымчан. Крым-крымчан, да? Не, да. Украину. Да кто их знает? А Донецк, Луганск. Донецк, Луганск тоже территория жителей, которые на них. Вот видите, да, ребята, как они отвечают? Смотрите. Вот они отвечают. Это территория, говорит, людей, которые там живут. А Павлодар чей, скажите? Павлодар чей? Сложный вопрос. Сложный вопрос? Правда, Павлодар... Смотрите, Павлодар не может. Я не могу говорить. А. Павлодар не, разве не казахская земля? Конечно же, Казахстан. Есть официально. Официально, а есть еще неофициально, да? Нет, нет, между нами. Почему? Есть только это. Ага. Ну, значит, это Казахстан, это казахская земля, правильно? Безусловно. Ну, а вы говорите, с какой стороны на это посмотреть? Нет. У вас еще какие-то сомнения, я так понимаю, на это? Значит, никаких вообще нет. Просто, знаете, есть, можно как бы ответить в личной беседе вам, просто, да, а есть те заявления, которые ты делаешь. Угу. Есть люди, которые... А почему вы в своей стране не... Почему вы в своей стране, ну, вот порядок? Вот вы видите, в Москве, в Питере, да, в Дагестане люди выходят на митинги, они борются за свою родину, они борются, а вы бежите из своей страны, понимаете? Вы же должны бороться за свою страну, за свою землю, а? Или вы не согласны со мной?